Всем привет, дорогие друзья, фанаты и любители нашего бренда Asus. Сегодняшнее видео будет полезным, интересным, нужным и, пожалуй, образовательным. Речь пойдет об Asus Dial и Dial Pad. Что это такое? Asus Dial — это инновационный инструмент, упрощающий взаимодействие с профессиональными приложениями и позволяющий с высокой точностью изменять всевозможные программные параметры. Сейчас вы все поймете. Давайте разбираться. Как вы видите, у меня на столе два ноутбука, разные модели. Так вот, есть два типа контроллера для взаимодействия и работы. Это физический контроллер и виртуальный с сенсорной панелью. Наша компания фокусируется на пользовательском сценарии, преследует постоянные инновации, ценит предложения пользователей и постоянно пытается предоставить максимально удобный пользовательский интерфейс. И чтобы эффективно и мгновенно предоставить создателям лучший экспириенс при работе, мы разработали специальный софт под названием ProArt Creator Hub. Это профессиональное приложение для мониторинга и настройки системы. Здесь вы найдете все, что нужно для управления каждым включенным в вашу компьютерную систему устройством Asus креативной серии. Калибровка цветопередачи, оптимизация настроек, аппаратный мониторинг и прочие функции помогут вам еще продуктивнее работать над своими творческими проектами. Ну и также, естественно, имеется доступ к настройке контроллеров. Стоит добавить, что продукты серии ProArt включают в себя ноутбуки, настольные компьютеры, материнские платы, мониторы и мышки. Линейка очень широкая. Поэтому сегодня это видео будет как некое небольшое руководство пользователя, как это все настраивается и насколько удобно пользоваться физическим и виртуальным контроллером. Поехали! Начнем с того, что физический контроллер Asus Dial в Asus Studio Book Pro 16 OLED обладает приятным тактильным ощущением. Вы будете ощущать буквально каждый сдвиг контроллера, сопровождающийся мягким щелчком. А виртуальный контроллер, вот как, например, в этом Asus VivoBook Pro 16X OLED, очень удобно интегрирован в сам тачпад, сквозь который красиво подсвечены сами элементы управления. Сразу же отмечу, метод настройки функции быстрого доступа для физического регулятора и для виртуальной сенсорной панели одинаков. И прежде чем перейти непосредственно к самому ProArt Creator Hub, я вам покажу, как пользователь может использовать Asus Dial просто в системе Windows. Нажав на контроллер, можно, кстати, использовать любое название. Ручка, контроллер, регулятор, диск, как удобно. Смысл не меняется. Так вот, нажав контроллер, на экране появится интерфейс функции выбора. Повернув контроллер, мы можем выбрать функцию регулировки яркости, нажав на контроллер, тем самым подтвердив свое действие. И далее уже вращаем контроллер, чтобы выбрать нужный уровень яркости. Чтобы выйти назад к выбору функций, нужно снова нажать на контроллер. Чтобы данные манипуляции мне не повторять постоянно словами, сразу же отмечу, что таким образом происходит любое взаимодействие и настройка контроллера. Едем дальше. Также в этом состоянии пользователь может отрегулировать уровень громкости ноутбука. Ну и если контроллер не используется в течение определенного периода времени, значок контроллера автоматически исчезает с экрана. Что касаемо контроллера виртуальной сенсорной панели, здесь все то же самое, как и с физическим. За исключением того, что нам нужно включить отображение контроллера на самой сенсорной панели. Для этого нам нужно прикоснуться к правой верхней части и провести пальцем в левый нижний угол сенсорной панели. Вот и все. Все просто и понятно. Переходим в ProArt Creator Hub. Давайте я вам вкратце расскажу про разделы этого приложения. Открыв Hub, мы попадаем на главный экран. Для выбора устройства, которое мы будем настраивать, имеется панель сверху. Там отображаются все устройства, которые настраиваются в этом приложении. Сейчас у нас там только наш ноутбук. Первым делом идет раздел Dashboard. Он отслеживает общее состояние системы, информацию о системной платформе, тип центрального процессора, тип графического чипа, память, хранилище, нагрузка на вентилятор, группа задач, загрузка центрального процессора и калибровка цвета. Вся эта полезная информация всегда будет у вас под рукой. На приборной панели можно выбрать нормальный режим, режим рендеринга и включить режим полной скорости вентиляторов. Вы можете настроить производительность системы вашего компьютера в соответствии с текущим использованием. В разделе «Цветовая калибровка» настраивается коррекция цвета экрана, позволяющая создавать более точные цвета. Эту функцию необходимо использовать с калибровкой цвета, и в зависимости от приобретенных вами продуктов серии ProArt могут быть представлены различные функции. В разделе Work Smart предоставляется дополнительный интеллектуальный интерфейс. Используя функцию Work Smart, можно объединить до 8 приложений в одну рабочую группу, чтобы затем запускать их все вместе одним щелчком мыши, тем самым экономя ваше время. В разделе «Оптимизация системы» ProArt Creator Hub предлагает несколько полезных инструментов, которые
позволяют оптимизировать работу компьютера. Благодаря мониторингу ресурсов можно управлять запущенными задачами, а модуль приоритетности позволяет выделять больше ресурсов самым важным приложениям. Для поиска и удаления ненужных файлов имеется отдельная утилита. Ну и для общей настройки самого приложения ProArt Creator Hub, выбор языка, установки обновлений и прочего, нужно нажать соответствующую пиктограмму сверху справа. Но нас сегодня интересует раздел самой настройки Asus Dial в ProArt Creator Hub, а именно параметры управления. Из подразделов мы сразу видим, что можно отключить все функции для Asus Dial, но давайте его активируем. Для начала нужно выбрать, для чего именно мы будем настраивать наш контроллер. Это могут быть либо системные настройки System, либо настройки 5 приложений Adobe, а именно Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro, After Effects и Illustrator, начиная от версии 2020 года и выше. Если вы хотите добавить любое другое приложение, либо вы не видите программу Adobe, вам нужно нажать кнопку «Добавить приложение», которое находится ниже списка. Так, например, можно добавить для браузера удобные функции. Ниже мы можем выбрать основной режим работы контроллера – однофункциональный или многофункциональный. Что это значит? В многофункциональном при нажатии на контроллер мы видим много функций, заданных нами заранее. Чтобы управлять этой функцией, нам необходимо выбрать ее и еще раз нажать на контроллер. В однофункциональном режиме мы можем регулировать функцию сразу же вращением контроллера. Это может сэкономить время при работе с одной функцией. Ну, как вы уже поняли, эта функция будет всего лишь одна. Давайте вернемся к многофункциональному режиму. Перейдем к правой части. Вот здесь как раз-таки вам дается возможность увидеть список текущих функций и выбрать те, которые нужно добавить в соответствии с вашим запросом. Для примера продемонстрирую на системных настройках. Нажав на «Добавить функцию», у нас есть выбор настроек. Отключение-включение регулировки яркости, звука, вертикальная прокрутка, переключение между открытыми приложениями и виртуальными рабочими столами. Если вы не можете найти функцию, которую хотите использовать в списке функций, вы можете настроить ее самостоятельно, дав ей название и задав комбинацию клавиш, которая будет выполняться при регулировке контроллера влево и вправо. Далее мы можем добавить группу. При добавлении группы появится всплывающая страница. Собственно, выбираем функции, которые хотим добавить. Группа — это своего рода папка, выбрав которую, мы видим все содержащиеся в ней функции. Дальше уже нажимаем на саму функцию и управляем ей. Если мы хотим удалить какую-либо функцию или группу, то нужно нажать соответствующую пиктограмму в списке функций. Также нам доступно перемещение функций или группы для личного удобства. Можно составить собственную хронологию настроек. Далее мы дошли до настроек Adobe. Выбираем из списка нужное нам приложение Adobe. Здесь доступен большой выбор настроек и параметров для каждой программы. Пожалуй, выберем Photoshop. По умолчанию мы можем регулировать контроллером размер слоя, управление историей действий, а также переключаться по открытым документам. В Adobe Photoshop по умолчанию очень удобно реализована группа для настройки кистей – Brush Group. С помощью нее можно легко менять размер кисти, твердость кисти, ее непрозрачность, сглаживание и нажим. Это значительно сэкономит ваше время. Не нужно будет каждый раз обращаться к панели инструментов программы. Пару кликов, поворотов контроллера и готово. Также предусмотрена настройка непрозрачности слоя и большой выбор настроек для инструмента Ластик, по аналогии с кистью. Ну и конечно же можно еще больше расширить этот функционал, добавив свои личные функции, управляющие заданными горячими клавишами, о чем мы говорили с вами ранее, разбирая системные настройки. Обычно в привычном режиме, то есть без Dial, нам приходится совершать много различных действий для настройки инструментов и объектов, ну там слои или таймлайны. С контроллером Asus Dial количество этих действий значительно сокращается, и ваша работа становится продуктивнее и, конечно же, приятнее. Так, например, мы можем управлять разделом Basic в Lightroom, легко задавая экспозицию, точку белого и черного, уровень теней, насыщенность, ну или, например, цветовую температуру. В Premiere Pro и After Effects с помощью Asus Dial особенно удобно передвигаться по таймлайну и регулировать его масштаб. И в Adobe Illustrator становится гораздо удобнее работать с текстом, слоями или объектами. Так, например, подхватив объект курсором мышки, мы можем быстро его прокрутить. А вот с помощью контроллера у нас есть возможность более тонко и точно настроить угол поворота. Подобная тонкость настройки порой значительно экономит ваше время и бережет нервную систему при работе с приложениями Adobe. Кстати, еще пара полезных фишек. Мы можем еще настроить ускорение Asus Dial, нажав на кнопку «Предпочитаемые настройки». А зажав кнопку контроллера, можно сразу перейти в меню его настройки. Кроме того, вы можете легко перенести свой текущий профиль на другое устройство, поддерживающее Asus Dial.
Ну что же, в завершении хочется сказать вам только одно. Творите, создавайте и реализуйте все ваши творческие идеи в жизни с помощью устройств линейки ProArt. Ну и, конечно же, ноутбуков других серий. Устройства креативной серии предлагают возможность гибкого изменения своих параметров. Это значит, что каждый пользователь сможет максимально эффективно настроить свои рабочие процессы. Поэтому настраивайте их по своему вкусу. А инновационный инструмент Asus Dial поможет вам воплотить все задуманное и ускорить процесс создания шедевра. Ну а я вам говорю до свидания, как и всегда. Не прощаюсь, до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита. Впереди у нас, как и всегда, много интересного и неизведанного. Пока!